Спортивный марафон для юных патриотов. На базе отдела специального назначения «Ураган» УФСИН России по Ивановской области собрались школьники из отряда «Юный спецназовец», чтобы подтянуть свои навыки в огневой и строевой подготовке. Такие сборы проходят раз в квартал. Ребята живут на базе спецназа 3 дня, нон-стопом занимаются и сдают нормативы. Есть такая профессия — «Родину защищать». Родину защищать можно по-разному, в разных местах. Кто-то выполняет интернациональный долг, кто-то охраняет рубежи нашей Родины, а кто-то несет службу внутри нашей страны. Как бы считаю, что вот этот отряд, он как раз-таки и подготавливает молодых мальчишек, молодых людей к службе в вооруженных силах, к службе в правоохранительной системе, ну и вообще делает из них патриотов своей Родины. Отряд «Юный спецназовец» существует больше 10 лет. В нем 30 школьников из Иваново, Приволжска и Фурманова. Самому младшему – 7, старшему – 17. Занимаются несколько раз в неделю. В основе всего – тренировки под дзюдо. Плюс учат разбирать, собирать оружие и стрелять. Ну и, конечно, здесь им прививают любовь к своей стране, ориентируют на правильное будущее и закаляют характер. У многих ребят было плохо с дисциплиной. Проводили различные работы, общались с учителями. Направляли на правильный путь. И в дальнейшем удачно сдавали ЕГЭ, поступали в военные учебные заведения, высшие военные, как в Министерство обороны, так и ведомственные вузы. Сереже 11 лет. Он хорошо учится в школе, времени хватает на занятия по самбо и дзюдо. У Сережи есть мечта, он хочет быть военным, поэтому много читает про оружие и тренировки. Надеется, что сил хватит на то, чтобы построить карьеру офицера. В отряде шутят: Сережа все знает, прямо ходячая энциклопедия. Почти каждый день приходится мне прибегать прямо со школы, садиться делать уроки и собираться на тренировку. Хотя это и сложно, но все равно мне очень сильно это нравится. Надо поступить в армию. И в армию, наверное, буду поступать в Москве. Потом я хочу закончить военное училище. И после этого уже попытаться вступить в спецназ. Самый мой любимый спецназ, который я хочу, — спецназ ГРУ. Потому что разведка — это очень интересно, и спецназ ГРУ берут только лучших. Есть в отряде и девочки. Справляются, рассказывают сотрудники «Урагана», не хуже, а иногда и лучше мальчиков. Они более собранные и ответственные. А если поставят цель, то идут до конца. Я уже думала, что я хотела стать тренером, и мне казалось, что это мне поможет, все эти тренировки, и я буду сильной. Впереди еще один день сборов. Ребятам предстоит преодолеть марш-бросок на 5 километров. Руководство УФСИНа и сотрудники «Урагана» очень хотели бы, чтобы таких отрядов для патриотического воспитания было больше, чтобы задействовать подростков и прививать им правильные ценности, а еще чтобы юным спецназовцам было с кем соревноваться. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.